Привет, народ, или по-мужски здорово, поставь лайк и подпишись. И сегодня я покажу крутой глич на копирование тачек. Если ты хочешь больше гличей, то поставь лайк, подпишись и напиши коммент. Ведь наша цель 500 подписчиков, думаю, это нам посильно. Погнали! Ну а перед началом видео я хочу посоветовать вам виртуальный мотоклуб в GTA Online. Если он вам приглянулся и вам есть 16 лет, то заглядывай в этот клуб. Ссылка в описании. Прежде всего нам понадобится бункер. Внутри бункера у нас должно стоять автохранилище, а в самом хранилище машина, которую вы будете копировать. Лучше всего копировать вкачанную ИСИ. Также для этого глича вам понадобится база. А внутри базы нужна машина, которую вам не жалко потерять. Например, обычная Элегия. Итак, садимся в ИСИ, выезжаем и оставляем ее на этом месте. Далее мы выходим из машины и выбегаем на улицу и вызываем вертолет Базард. Но перед этим становимся шефом. Но ни в коем случае не используем личный транспорт, а иначе придется сделать все заново. И пока что все точно так же, как и в прошлом гличе на копирование тачек. Можете посмотреть по подсказке. Итак, далее мы летим на вашу вазу, прилетаем и бежим внутрь. Теперь мы оказываемся внутри базы. Далее бежим к нашей машине, которую не жалко потерять. В моем случае это обычная Элегия. Садимся в машину, нажимаем кнопку паузы, заходим в раздел сеть, наводим курсор на криминальные наборы. С наведенным курсором мы нажимаем кнопку паузы и нажимаем кнопку X на PS4 или A на Xbox. И быстро отпускаете кнопку паузы. Итак, мы зашли в набор. И чтобы узнать, правильно ли вы поймали тайминг, попробуйте открыть меню. Если оно открывается, значит вы сделали все верно. Закрываем меню, наводим курсор на кнопку покупки. И теперь нажимаем одновременно на кнопку купить и кнопку газа. И вы должны появиться пешком снаружи. Далее на вертолете возвращаемся обратно в бункер. Заходим в него. И мы видим машину, которую мы оставили раньше. Садимся в нашу машину, далее едем к нашему ПКП. Нажимаем крестовину вправо, видим сообщение. Вы подтверждаете его, и ваш оригинал улетает в гараж базы, а ваш дюб становится на его место. Далее вы можете продолжать копирование, начиная с самого начала. Либо вы можете ехать продавать свой дюб прямиком в Los Santos Customs. Дюпы ИСИ, прокачанные на арене, продаются за 1,7 миллиона долларов. А это довольно неплохие деньги в мире GTA. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте про лайки, подписки и колокольчики. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.